По данным силовиков, в 2024 году в Тверской области выявлено более 600 нарушений миграционного законодательства. Комментируя проблему незаконной миграции, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно заявил, что количество преступлений, совершаемых приезжими в нашу страну, неуклонно растет. Увеличивается число тяжких преступлений, совершенных мигрантов. Было 11 тысяч в 21-м, в 22-м 15 тысяч. Убийств на 18% стало больше. Проявляется больше всего в крупных городах. И в комментариях, которые я стараюсь читать в наших сетях Следственного комитета, вот такая идея высказывается людьми. Пока русские на фронте, мигранты атакуют наши тылы. В 2021 году на территории России находилось 12 миллионов мигрантов. В 2022 количество мигрантов увеличилось на 2,5 миллиона. Согласно нашему законодательству, каждый мигрант, получивший российское гражданство, должен встать на воинский учет и, если он призывного возраста, пройти срочную службу в армии. По данным Тверского областного военкомата, большинство из новоявленных граждан России будут поставлены на воинский учет. Тем же, кто не захочет исполнять свою важнейшую обязанность, придется иметь дело с сотрудниками регионального следственного комитета, подчеркнули в военкомате. С этой структурой военкоматы взаимодействуют тесно и продуктивно, впрочем, как и с муниципалитетами региона. Так, только за один из апрельских рейдов в Тверской военкомат доставлено несколько десятков уклонистов, чтобы они смогли отдать долг своей новой родине.